Самый светлый праздник на Рождество, и началась эта история. История такая же чистая, как первый выпавший снег. История настоящей любви. Само мироздание в лице верных друзей не раз назначало им встречу для знакомства. Только Костя был уверен, что уж он-то, как человек взрослый и самостоятельный, не пойдет на поводу своих друзей и сам будет решать, когда и с кем ему знакомиться. А друзья и не думали сдаваться. Они назначали встречу за встречей. Но и эти попытки могли быть безуспешными, если бы не предчувствие, которая заставила молодого человека изменить свои планы и в последний момент повернуть назад, в город, чтобы поехать на встречу со своей будущей женой. Все изменилось в тот миг, когда их взгляды встретились. С того самого дня они уже не представляли себе мир друг без друга, за что друзья ласково назвали их неразлучными. С первого дня их знакомства Костя был готов сделать предложение любимой девушке, но понимал, что для этого ему нужно было придумать что-то особенное, и пригласила она в путешествие. Романтическая поездка превратилась для него в минуты ожидания этого мгновения, а минуты ожидания превратились в вечность. Всю дорогу к месту признания маленькая бархатная коробочка с заветным обручальным кольцом лежала в кармане его джинс. Но, к счастью, любимая до последнего момента ничего не подозревала. И вот, у подножия самого высокого в мире небоскреба заиграли поющие фонтаны. В тот же миг Костя опустился на одно колено на глазах изумленной публики и произнес самый главный вопрос. Вопрос, который готов был задать в первый же день их знакомства. И Аня ответила согласием. Thank you.
Брак – это союз двух душ, объединяемых любовью, взаимным уважением и преданностью друг другу. Он олицетворяет ваше желание со временем углубить возникшую любовь. День свадьбы – лучшее доказательство вашей искренней веры в силу этого великого чувства. Потому что однажды, взявшись за руки, в этот день вы принимаете решение всегда и всюду быть вместе. Вы становитесь единым целым, творцами своего семейного счастья. И только от вас двоих будет зависеть красота и прочность вашего семейного союза. Ведь создание семьи – это большая ответственность, которая потребует от вас духовных сил и терпения. И соблюдая традиции свадебного обряда, позвольте спросить вас. Константин, берете ли вы Анну в законные жены? Обещаете любить и оберегать ее, быть с ней в печали и радости, в болезни и здравии, верным и преданным ей на протяжении всех дней, подаренных вам судьбой? Да. Анна, берете ли вы Константина в законные мужья? Обещаете любить и понимать его, быть с ним в печали и радости, в болезни и здравии, верной и преданной ему на протяжении всех дней, подаренных вам судьбой? Да. Чтобы скрепить ваши брачные обеты, прошу вас обменяться обручальными кольцами. Это означает, что отныне вы не две половины, но единое целое. Будете ли вы находиться вместе или в разлуке, пускай кольца будут вам постоянным напоминанием об обещании, которое вы дали сегодня. Дорогие молодожены, жизнь двоих гораздо счастливее, когда желание понимать важнее желания быть понятым, а желание сделать приятное не таит в себе планы получить что-то взамен, даже благодарность. Когда любовь не меняется даже на любовь, а только дарится. Соединяя свои судьбы семейным союзом, вы обретаете священный дар, дар преданности и заботы, стабильности и безопасности. Сохраните этот дар и пронесите его чистоту и верность через долгие годы жизни. Не растеряйте нежность своих чувств среди жизненных неудач, ведь в окружающей нас суете нет ничего дороже мира и уюта в семье, близкого человека рядом. Константин и Анна, согласно вашей доброй воле и в соответствии с законом, объявляю вас мужем и женой. Жених, теперь вы можете поцеловать невесту. Говорят, браки заключаются на небесах, и для счастливого брака нужна любовь. Помните, что любовь долготерпима и милосердна. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Любовь не ропщет, не мыслит зла, она не ищет своего и не бесчинствует. Любовь не радуется неправде, но сорадуется истине и ведет к свету. Любовь все покрывает и всегда в любом проявлении благословенна. Именно она соединяет сердца и судьбы, мысли и стремления на пути к великому искусству супружеской жизни – жить для счастья любимого человека.